Дорогой народ, я считаю, что в ближайшее время нас ждут очень важные дни. Если мы найдем в себе волю и сможем выдержать эти тяжелые дни, я уверяю вас, международная обстановка меняется. В ближайшие месяцы вы убедитесь в том, как ситуация вокруг Армении меняется на 180 градусов. Признаки этого уже есть. Это кажущаяся непреодолимая сила, которая стоит перед нами, это тройственный союз из Турции, России и Азербайджана, все они трое находятся сейчас в тяжелейшей ситуации. Давление и политика сдерживания по отношению к ним продолжаются. И да, мы станем свидетелями, как за считанные месяцы ситуация в Турции и Азербайджане изменится. Разумеется, также в России. Я хочу пожелать нашему народу твердой воли и непоколебимости, чтобы выстоять в эти дни. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.